Венеция – это не только всем известные древние каналы и исторические достопримечательности. Это еще и особенный дух утонченности. Таким же образом можно охарактеризовать и традиционную венецианскую кухню – изящную, как кружевные жабо, и яркую, как фейерверки карнавала. В ресторан «Ле Маскере» мы сможем с вами приехать и на частном катере. Мы внутри ресторана «Ле Маскере». Посещение этого ресторана непременно оставит яркий и незабываемый штрих в ваших воспоминаниях о Венеции и ее кухне. Ресторан «Ле Маскере» находится при отеле «Splendid Venice Start Hotel» и разделен на два зала, всего в нем 150 мест. И один из них покрыт стеклянным куполом, которым летом может быть открыт, а другой выходит на Венецианский канал. Расскажите нам, пожалуйста. Ресторан «Ле Маскере» в центре историко. Итак, наш ресторан называется «Ле Маскере», потому что это старинный венецианский ресторан, в котором были украшения, много-много масок. Затем 3 года назад была сделана реставрация, и, конечно, сейчас вы все видите в этом очень атмосфере, необычной для нашего ресторана. И что касается кухни, то мы всегда стараемся делать для наших клиентов самую изысканную кухню. Это венецианская кухня с рыбой и все, что связано с сезоном. То есть овощи и фрукты мы употребляем по сезону. А сейчас я вас приглашаю на кухню, которая находится за этой закрытой дверью. Откройся, и мы пойдем вместе. Наш шеф Роберто сегодня приготовит традиционное венецианское блюдо, называется ризотто. И сегодня весна, и поэтому по сезону приготовляется рис с спаржей белое и зеленое, и, конечно же, морские продукты. Сегодня мы выбрали амары. Итак, пожалуйста, как начинается готовка? Come si comincia a preparare risotto? Quale risotto bisogna prima il riso? Прежде всего, конечно, нужно поджарить чуть-чуть рис на огне и добавить туда оливковое масло. Затем добавляется белое вино, спаржа белая, зеленая, чуть-чуть зелени и креветки. И вот наш рис и готов. Украсим его креветками. Спаржей и посыпем немного зеленью. Вот наш рис и готов. Приятного всем аппетита! Buon appetito a tutti. В ресторане «Ле Маскере» есть и большой выбор самых лучших вин. И как в ваш ресторан можно добраться? Dove vi trovate? Siamo esattamente a 200 metri da Piazza San Marco. Находимся мы в самом сердце Венеции. Это всего в 100 метрах от площади Самарко и 200 метров от моста Риальто. И сюда можно приплыть как на гондоле, так и на катере, потому что у нас есть где остановиться и выйти. И теперь два молодых хозяина, они братья, приглашают вас в этот ресторан. Добро пожаловать! Добро пожаловать!